Всем доброго времени суток, ребят. Всем спасибо, кто подписался за подписку. Я не ожидал, что так быстро прыгнет подписка. И на 100 подписчиков я просто физически не успеваю склеить новый большой аквариум. Решил разобрать вот этот аквариум, травник якобы, и сделать его полностью перезапуск. Вот минут 40 уже вылавливаю подростышей пелеокохромиса. Сейчас вам покажу их количество. Вот, ребят, ну они здесь в растениях, он прячется за растениями. Вот. Количество поштучно, я вам скажу позже, когда их буду пересаживать в банку, еще не определился в какую. То есть цихлит в этом аквариуме я не думаю, что я буду держать. Больше всего, что я эту пару рабочую перенесу, сейчас покажу, какой аквариум. Цихлит, я думаю, перенести сюда, так как вот есть еще один домик, два домика свободных. Поставлю еще домик. И здесь есть уже одна пара рабочая. Ну, пусть будет пока вместе вторая пара. Здесь посмотрю, не будет ли они драться. Но пока вместе у меня просто нету банки именно, чтобы содержать пару. Вот. Вот такие вот новости на сегодня. Когда разберу полностью этот аквариум, будем делать его полный перезапуск. То есть положим подложку. Подложку будем использовать самую обычный грунт для растений. Вот, и посадим растения, посмотрим, как они будут себя вести. Всем большое спасибо, ребят, за поддержку, за комментарии, за просмотры. Я действительно очень рад, и я действительно не ожидал, что так, скажем так, вырастет подписка за последние пару дней, тем более, что я болел. Вот. Еще попозже, сегодня же тоже сниму еще одно видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.